Знаете, финансы когда приходят? Финансы на самом деле принадлежат богине процветания. Это женская постать Бога. И если у вас есть что-то такое крайне интересное и крайне важное для этого мира, то, поверьте, вам придут все финансы. Попробуйте заинтересовать Бога так. Это будет не по карме финансы, это будет милость. И милости в этом мире много. Но проблема заключается в том, что на тот уровень разума, который у нас есть, нам дают вот именно это количество финансов. Потому что если нам дадут больше, вполне вероятно, мы деградируем. Поэтому мы можем переварить вот те финансы, которые нам даются. Или развиваться. Или развиваться, совершенно верно.